В Нигерии боевики организации Боко Харама расстреляли более 200 человек. Облачившись в военную форму, экстремисты устроили расправу над жителями трех деревень штата Борно. А в это время в столице продолжаются митинги в поддержку похищенных школьниц. Родственники девочек требуют их освобождения. Напомню, в середине апреля боевики напали на одну из школ в северной части страны и вывезли 276 учениц. Их судьба до сих пор неизвестна.